Сегодня солнечный день, можно продолжать работать. Осталось немножко сделать крышку шкатулки, немножечко окно завершение сделать и также сделать бревна. Итак, поехали. Приступаем. Дерево твердое, конечно, будет непросто вырезать, но мы справимся. Главное, чтобы рисунок наш совпадал. Сейчас продолжаем. Здесь потом я тоже наполню орнаментом. Делаем сарафанчик Татьяне.
Вон вот здесь вот, и такие бревнышки вырезать. Сейчас будет очень твердое дерево вот здесь вот, причем эти волокна сюда идут, а эти волокна сюда. Мы режем всегда по волокнам, значит, идти мы будем в этом направлении. Это торец, видите, как туго идет дерево, хотя резец очень острый. Специально точила резцы, видите, с какими усилиями приходится фактуру резать очень твердо. Ну, мы здесь глубоко не будем проходить, мы только наметим фактуру бревен. А эти волокна идут в этом направлении, как я уже говорила. Видите, как дерево легко идет, как легко режется. Оно здесь мягкое. Получилось, несмотря на твердость дерева. Так, продолжаем нашу работу. Солнечный день, продолжаем работать над шкатулкой. Осталась вот эта вот часть, дерево довольно твердое, но мы справимся, у нас все получится. Вот где-то вот здесь оно проходит, самое-самое твердое. Мы будем сверяться с эскизом, который у нас есть. Если рисунок теряется, мы можем посмотреть и подправить.
теперь я сделаю чеканку. У меня есть такой пансон, точки делать чеканку. Он самодельный, еще в мастерской мы делали. И вот на сарафане здесь у меня пройдет чеканка, такой узор.